Всем доброго времени суток, меня зовут Андрей Петров, и вы на моем канале. Сегодня у нас будет видеообзор цифрового дверного глазка. Приобретался он на AliExpress и стоил $19.50. Прибыл к нам за 23 дня. Давайте сразу начнем с распаковки, так как ничего интересного на коробке вы не увидите. Что у нас идет? У нас идет в комплекте инструкция на английском языке, где рассказывается, как его подключить и какие его технические характеристики. Значит, сам наш цветной дисплей 2,8 дюйма. Снимем защитную пленочку немножечко позже. Значит, что у нас здесь есть? Здесь у нас такое вот крепление. Разъем шельфа до видеокамеры. Здесь у нас отсек для батареек формата 3А на 1,5 вольта. Нажимаем, снимаем, и они сюда у нас устанавливаются. В комплекте они не идут. Значит, далее. Здесь у нас такой вот видеокамера, дверной глазок, звонок, две инфракрасные подсветки, 3М скотч и наш шельф, который подключается к нашему дисплею. Значит, что еще идет в комплекте? В комплекте еще три винта разной длины. Установим в наш отсек с батарейками батарейки формата 3А. И проверим на работоспособность данную систему. Нажимаем включение. Камера Connect Fail, то есть у нас нету подключения к камере. Выключаем Goodbye, значит, подключим шельф для проверки работоспособности. Достаточно просто, нажимаете, и она становится в пазы. Значит, теперь у нас уже подключена камера. Нажимаем включить. Так. Вот. Значит, камера у нас 0,3 мегапикселя. Но, как видите, достаточно неплохо можно разглядеть, кто стоит за дверью. И через какое-то время автоматически выключается. Вот такой вот дверной звоночек у нас прозвучал. И сейчас мы будем монтировать данную камеру в отверстие дверного глазка. Судя по диаметру, оно должно подойти идеально. Если у вас уже был дверной глазок обычный, то замениться он должен достаточно просто. Значит, выкрутил свой старый дверной глазок. По отверстию очень хорошо подходит. Значит, шельф нужно пропустить внутрь. Устанавливается великолепно. Здесь у нас двухсторонний скотч. Его нужно снять, защитную пленочку, и ровненько наклеить на дверь. Значит, приклеил на двухсторонний скотч. Также дополнительно он будет крепиться винтом с внутренней стороны двери. Значит, с внутренней стороны это все выглядит так. Здесь у нас шельф с подключением к нашему дисплею. И отверстие для винта, для того, чтобы хорошо закрепить нашу камеру, дверной звонок. Значит, выбираем один из винтов, который у нас идет в комплекте. Одеваем шельф, вот это прямоугольное отверстие, а винт будем устанавливать сюда. Вот этой стороной к двери. При установке с шельфом нужно быть как можно аккуратнее, чтобы нигде его не передавило, не перерезало, чтобы все было хорошо. Значит, далее нужно подсоединить наш шельф к нашему экрану. Шельф складываем вниз и застегиваем наш экран домофона. Нажимаем «Включить». И вот у нас уже есть картинка. Данный цифровой видеоглазок достаточно прост.
Никаких дополнительных функций у него нету, кроме как просматривать в режиме реального времени, кто находится за дверью, и сделать фотографию данного человека кратким нажатием на кнопку включения. Индикатор должен фото желтым загореться и кнопки пролистывания. Значит, в памяти максимальное количество 91 фотография. Они циклические и постепенно стирают более поздние фотографии. Вот такое качество плюс-минус у нас съемки. Это у нас съемка в неосвещенное время. Немножечко низко установил видеоглазок. Ну, так как у меня уже было там отверстие под мой старый. Значит, по качеству фотографии немножечко камера не может передать. Ну, в принципе, так плохо оно есть, но разобрать, кто приходил, можно. Плохо, что нету никакой информации о времени, когда был звонок. Из функционала также доступно удалить фотографию. Нажимаем, держим вправо. Удалить, зелененьким выбираем «Да». И удаляем фотографию. Также можно при помощи долгого нажатия на левую кнопочку полностью отформатировать все наши фотографии. Вот такая вот достаточно долгая процедура. То есть здесь у нас установлена внутренняя память, никакой флешки докупать отдельно не нужно, только 4 батарейки формата 3А для питания и все. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!